Эверест мы тренируем игроков в хоккей, как игроков в НХЛ. Наша цель – подготовить студентов в НХЛ. Все русские игроки, если вы хотите добиться успехов в хоккее, вы должны приехать сюда и работать над своим будущим, как многие ваши соотечественники, чтобы потом играть в юниорский хоккей тут в Канаде, а также осуществить свою мечту играть в НХЛ. Огромный опыт для нас – это быть на льду 4 дня в неделю, плюс дополнительные тренировки в их команде, за которую студенты играют. Если бы не дополнительный лед в школе, мы бы не видели такой прогресс в такое короткое время. У нас огромный прогресс в игре в хоккей, потому что у нас столько льда и столько тренировок, как будто бы мы за один год проходим подготовку, как за 3 года. Меня зовут Никита Коростелев, я играю в команде Toronto Junior Canadiens. Учусь в школе Эверест. Много русских ребят, есть с кем общаться. То есть второй год в Канаде, и с английским уже все хорошо. В хоккейном плане все неплохо. Меня зовут Павел Михасенок, я из Екатеринбурга, Россия. Мне в этой школе нравятся тренера и очень нравятся учителя, потому что они очень дружелюбные и, как сказать это, уважают нас, детей, и очень пацаны дружелюбные все. Очень много друзей 12 класса, 11. С маленькими малышами я на льду каждый день провожу время. У каждого тренера свой индивидуальный подход. Дэйв занимается одним, а Джим другим. Иногда бывают защитники на одну идут арену, нападающие на другую, иногда меняем. Тут очень хорошая школа, приезжайте туда сюда. Очень все дружелюбные, будут вам рады. Меня зовут Марк Азанов, я из города Санкт-Петербург. Приехал в Канаду, чтобы играть в хоккей и учиться. Выбрал Эверест Академию, потому что здесь хорошие тренера из НХЛ. Они меня научат многому. Сильно бросать, работать над своими руками и командной игре. У меня здесь много друзей, они все дружелюбные. Есть и русские, и канадцы. Если вы переживаете, что вы не знаете английского языка, мы вам поможем. Пожалуйста, приезжайте сюда, здесь самая лучшая школа в Канаде. Меня зовут Ваня Крутов, я с Украины, мне 18 лет. Я здесь оказался, потому что как бы я тут 5-й год уже, и я прошел через многие школы. И эта школа имеет больше всего возможностей, как мне хоккей-то очень нравится. Много тренеров, много возможностей. И школа очень хорошая, поможет мне попасть в университет хороший. Моя цель как бы пойти в следующий год в университет, да, попасть в хорошем резюме с этой школы. Но я считаю, если я хорошо буду продолжать тренироваться, если у меня будут шансы, то пойти в профессиональную хоккейную лигу. Много очень тренировок, 1,5 часа в день тренировок с Джим Томпсоном, очень великим тренером, и мне очень нравится. Много всего. Мимо этого, я считаю, что в этой школе очень много русских парней, и мы как семья. Если какие-то новенькие приезжают, все друг помогают, тут весело, много всего, в принципе, мне тоже нравится. И очень дисциплинные все ребята здесь, и приятно с ними общаться. Меня зовут Родион Мусин, я из Уфы. Я пришел в эту школу, чтобы добиться больше результатов в хоккее. Каждую неделю по 2 вратарские тренировки, чтобы помогает мне, ну, вратарскому институту, мне, как повторю, очень нравится. Моя мечта попасть в НХЛ, из-за этого я выбрал Эверест. Меня зовут Лиса Муханов, мне 11 лет, я приехал сюда из Москвы. В эту школу, потому что это спортивная школа. И отличная очень. Могу кататься с большими ребятами и узнавать от них всякие новые финты, приемы. Меня зовут Евгений Чулуянов, мне 13 лет. И здесь очень хорошая спортивная школа, здесь хорошие тренера. На что здесь мало времени, я почувствовала, что я стал получше. Меня зовут Артем Сергуров, я из Красноярска. Мне нравятся здесь тренировки, обучение, что здесь много русских ребят. Приезжайте, пожалуйста, вам здесь понравится. Меня зовут Владислав Филиппов, я из Челябинска. Сейчас играю в Junior Canadiens и учусь в школе Эверест Академии. Я в нее пошел, потому что мне посоветовали друзья. И сказали, что это одна из самых лучших школ в Северной Америке. И из нее потом получил шанс попасть в НХЛ. Да, меня здесь научили тренера тому, что я не мог научиться просто в Челябинске. Здесь у меня стало лучше ведение, лучше скорость. Здесь я понял то, что надо, ну, быстрее думать, прерывать свое мышление. Не надо просто стоять на одном месте всегда. Если вы хотите стать хорошим хоккеистом, приезжайте учиться в Эверест, потому что здесь больше всего шансов попасть в НХЛ и стать хорошим игроком. Меня зовут Андрей Потоловский, я из Нижнего Новгорода, и я сюда приехал в Эверест, выбрал эту школу, потому что здесь самые лучшие тренера, и здесь лед каждый день, так что больше возможностей и больше шансов попасть в НХЛ. Я в будущем не вижу себя нигде, кроме хоккея, так что
я собираюсь играть в НХЛ. Мне нравится то, что здесь лед каждый день, здесь спортивный зал прямо в школе. Можно заниматься и на бокс ходить, и там другие спорты, и как бы спорт. Если вы хотите попасть в НХЛ, тогда, если вы хотите отлично играть в хоккей, приезжайте в Эверест. Многое из того, что мы пытаемся организовать для своих студентов, это возможность фокусироваться на дополнительной деятельности в течение школьного дня. Как они для себя могут организовать программу, которая в себя включает не только школьные занятия, а атлетику, лидерство, а также занятия физической подготовкой? Что отличает нашу школьную среду? Это то, что мы приносим все эти четыре элемента в один школьный день. По окончанию школьного дня студенты занимались немного руководством, немного атлетикой, немного физической подготовкой и образованием, всем вместе. Абсолютно всем добро пожаловать, и школьникам из России, и из других стран, которые бы хотели тут учиться. Это очень хороший опыт для студентов приехать в Северную Америку, и мы можем обмениваться своей культурой и своим опытом. Is designed to accommodate the needs of all different individuals. Эта академия создана для развития разных индивидуальностей. Студенты с 1 класса по 12 имеют привилегию учиться в маленьких по количеству учеников классах, привилегию учителей с разным опытом и образованием, привилегию учителей с индивидуальным подходом ко всем ученикам. Если ученик пропустил класс, учитель всегда поможет. Мы также в одной платформе совмещаем образование, спорт, музыку и информационные технологии. Я думаю, что в нашей академии выигрышная комбинация. Тут в Академии Эверест мы имеем широкий выбор занятий спортом. У нас есть хоккей, лакросс, бейсбол, гольф, гимнастика, фитнес, плавание. Основное направление нашей Академии – это хоккей. Наши студенты на льду 4 раза в неделю, с 9 утра, и у студентов 1,5 часа тренировки. Наше расписание позволяет ученику развиваться в обоих направлениях, как в спорте, так и в образовании. У нас есть возможность заниматься тренировками днем, что оставляет больше времени по вечерам для домашней работы, чтобы ученики могли фокусироваться также на образовании.